Алло. Hello, fellow Americans. Можно здесь, да, встать пока что? Это вопрос? Далеко это же. Да, я ж брифинг всегда провожу, ребят. Советуемся. Так вот под мостом можно северо-восточнее поставить. Неплохо. Может, восточнее от моста прям совсем? Не, выше я уже опасен. На L13. Там могут и на пихуёнить. Не гивапайтесь только, ребят, не гивапайтесь, то сейчас поднимется. Сейчас вас поднимут. Метку дай там, чтобы здесь. Надо было остановиться, где я предлагал, наверное, все-таки. Чего сбоку, да, там попасть? Попал по ней, но ничего не сделал. Все, больше ничего не могу сделать. Если патроны нужны, сразу стрелкам проси. Ползи ко мне. Могу откинуть, Фобис. Могу откинуть. Бля, прям стрелка попал. У меня 52 и не стоит. А, это, блядь, это живой. Проходите сейчас, ёлка. За холм уехал. Не разбегайтесь, ребят, только в зоне видимости. Все будьте друг с другом, иначе вам не смогут помочь. Еще машинка приехала. 15. Это, блядь, срочно не уеду. Хуяся, не гибапаемся, вас поднимут. Снять пометки движения, ребят. Медики резают, остальные туда в здание надо уйти. Не надо здесь в домах полять. Стены куда прочнее, чем поле, да? Все направления пытаемся занять. За стены не выходите.
дальше решим, что будем делать. Ну, на ПТ-шке 048 стоит северо. Бля, техничка нахуй с ДШК. Заливает. Оттащи его, оттащи оттуда, блядь. Просто а, подход. Нет, лучше не бежать под пули. И мансуйте вправо-влево, не надо прямо бежать, блядь, пожалуйста. Короче, ралик здесь откинем. Крайне иду, вас догоню. Просто нас пушит с севера. Так,
СПГ уезжаю. Двигаем аккуратненько. Только не выходите наверх на холмы, чтобы вас не ёбнули. Очень аккуратно. По дороге тоже не надо бегать. И на холмы выходите. Только выглядывайте. Здесь хорошее место, здесь нормально. Посматривайте, если вы левый слева, блядь, левый фланг посмотрите. Правый справа. Лежит там, возле меня. Я понял. В упоре? Нет, нет, нет. Чуть-чуть западнее. Ага. Убили слева, пацана, резните его. Аккуратно, резните его. Не надо вперед убегать без склада, пожалуйста. Кто там убежал? Я хочу соплю провести сейчас, чтоб меня убили. Через... Я тебя могу убить. Зачем бегать искать? Ну, у тебя так. Либо респа. Будем здесь пока, ждем, пока нам сверху чем расскажут и решим. Не вылезайте оттуда. Где-то пошли. Я кинул на Андрей, пожалуйста. А есть рюкзачок? Есть рюкзак? Я гранатометчик. Одного снайпера сняли.
пройти, ребят. Чуть-чуть вон сюда. И здесь как раз ставим. Сюда, в эту ложбинку заходим. Дальше в тот следующий сектор не переходим, ребят. На 0.46, буквально 100 метров пехи вражеские. 2L3 тела. Спасибо. Все, дальше в следующий сектор не переходим, здесь ставим хаб, укрепляемся, дальше решим, что делать. Давай вот сюда под холм, под холм вот сюда еще поближе подъедем. Право контакт, аккуратно. Разгружаем. Сразу поехал за припасами, сразу. Кто там ездил, езди еще раз сюда привези, ладно? Строим хаб, ребят. Там пару человек на холме остаются, остальные строят хаб. Ребят, стройте, пожалуйста. Ким ящичек, пожалуйста, пятерочку. Там зушка стоит на 0.36. Минометом умеет пользоваться, ребят. Только ты закрытый стоит пулемет. Кто минометом умеет пользоваться, еще раз повторяю. Я могу пользоваться. Давай, сейчас поставим. Сильно близко друг к другу стоите, сейчас накроют нас. Старайтесь не занимать, пожалуйста, позиции, которые надо дать. Старайтесь не занимать позиции, пожалуйста, которые уже заняты. Если вы встали в свою позицию, стойте до талпы, дайте остальным разбежаться. Не надо отсюда сейчас никуда убегать, пожалуйста. Рассредоточьтесь. Смотри, свежие метки есть. Сейчас буду давать. Попробуй туда, примерно. Сможешь дублировать? ТП рядом где-то работает. На жушке сидит. Рядом. Да не, слышь ему. Медик. Западный холм от метров 150. Складной с ГПшников сидят. Щелка налажай.
недолет, недолет очень сильно. Позиция, пулеметчик там пиздоглазый, но одну точку может спеть. На 0.18 здесь соседний входит. Все как быстро рвутся на 0.18, там пеки сидят. Докладывали же уже. Где выбитая сопля, хаб стоит у них. Да, ну конечно, в тему нахуй. Смотри, на 0.07. В одной скажи страйкеру, пусть сильно близко не побежает. Я поставил еще один на левую сторону. Вскопайте его, ребят, поставьте. Поставил вот на левую сторону. Копаю.
По левому флангу наши прошли. Не вариант. Вчера садись, садись, толку нет. 52 тикета. Нет, садитесь, блин, на три. Медик, есть медик, бля. Медика, попробуй резать. ПДЗ, попробуй перевязать меня, пожалуйста. У меня я умер. Если резать, один перевяжу. Если тралик, кинешь, я тебе перевяжу, если не можешь. Спасибо.
Я бы сказал, справа едет, чё вы, блядь, стоите. Точка закрыта. Нам на хаб БМП заехал.